Без раздумий выбрал бокс. Ведь только в единоборстве можно победить себя и свой страх. В этом уверен Виталий Омега. Молодой спортсмен уже на протяжении 8 лет на «ты» с грушей. Совсем недавно Виталий вместе с бобруйской бригадой атлетов вернулся с областных соревнований, на которых завоевал золотую медаль. Всего же домой ребята привезли 6 наград высшей пробы, а секрет успеха кроется прямо на поверхности. На бой надо выходить с уверенностью о том, что ты победишь. То есть, если ты, у тебя будет какая-то неуверенность, то есть ты думаешь, а этот противник сильнее, там его результат лучше, что ну, в бою ты максимум перегоришь. То есть 1-2 раунда, и ты бой не заберешь вообще. Как и у любого начинающего спортсмена, у Виталия есть кумир. Это лучший боксер всех времен и народов – Мухаммед Али. Кто-то скажет, слишком высокая планка, а парень говорит, без максимальных целей результата не будет. Да и на тренировках он полностью отдается делу. Чемпионы области обучаются в Бобруйском училище Олимпийского резерва. И бокс в плеяде успешных видов спорта занимает далеко не последнее место. В этом огромная заслуга и опытного тренерского состава, который всю свою душу вкладывает в воспитанников. И все это в совокупности дает результат. Первый официальный старт у нас в этом году оказался удачным очень. 6 первых мест. Значит, но упор делали на все. И на технику, и на тактику, и на общую физическую подготовку. То есть на каждый компонент старались задействовать. Первый блин не вышел комом у бобруйских боксеров. Дальше их ждет еще более кропотливая работа. Ведь 2020 для них обещает стать еще более насыщенным и, надеемся, успешным на высокие результаты. И нельзя не признать, после долгих лет забвения этот вид спорта возрождается прямо у нас на глазах. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.